Ну что же, поздравляю, у вас есть бизнес, своя компания или стартап, и вы решили рассказать о себе вашей аудитории. Возможно, это конференция, а может быть просто видео, которое вы выложите у себя на сайте или на канале. И для того, чтобы упростить задачу, вы пригласили журналиста или своего друга, который снимет интервью и расскажет о вашей компании. И вот вы приготовились, одели петличку, поставили камеру, он задал первый вопрос, и получилось нечто такое. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Итак, первое, что нужно сделать для того, чтобы снять классное интервью, это вести себя непринужденно. Шутите и смейтесь, это поднимет настроение и вам, и вашему оппоненту. Второе, в подтверждении своих слов описывайте факты и конкретные события, но избегайте длинной истории личного характера. Не отвечайте на вопросы односложно «да» или «нет», обязательно разбавляйте ответы историями, но не увлекайтесь, перескакивая с одной мысли на другую. Если вы закончили свою мысль, сделайте паузу. Этих трех советов будет достаточно для того, чтобы ваше интервью было удачным. Поверьте мне, все остальное сделают профессионалы, то есть мы. Увидимся на конференции, пока!